событий от Uber Paint. Машина красится без проемов, то есть просто снаружи обливается, цвет будет черный. Вот видите, как подготовили. Проемы мы заклеиваем, чтобы туда при зачистке лака, ну, шкурения, грубо говоря, туда не летела грязь, пыль, чтобы не пачкался салон. Шкурили, глянца нигде нету, иначе просто отвалится покрытие. Цвет будет черный. Также арки и днище обрабатываем аралюксом. Видите, в принципе, когда автомобиль без проемов красится, то, конечно, полегче в разборе, двери снимать не нужно. Но все равно максимальный разбор мы производим. Фары, бампера, ручки, сверху антенны, рейлинги. В общем, все, что должно сниматься. Даже сняли все стекла. Стекла, да. Все снимаем. Чтобы там везде, ну, не было ни прокрасок. Иногда проклеиваем валиком, иногда проклеиваем скотчем. Здесь все зависит от нашего желания. Сейчас наносим грунт. В данном случае просто акриловый. Двухкомпонентный. Да, двухкомпонентный. Потому что, ну, пробито до металла нет, ржавчины нигде не было, поэтому кислотным грунтом обрабатываться не будет. Наносим, да, грунт. Затем из пистолета 1,7 наносим черную подложку из титана. И уже нашим профессиональным вальтомом наносим, уже делаем шагрень. Ну и в конце посмотрите, что. Uber Paint. Закончили наносить жидкую подложку, сделали ее полуматовой, полуглянцевой. Вот. Сейчас будем наносить уже шагрень, сделаем чуть покрупнее. Добавили в черный, на две банки черный добавили целый колер золота. Думаем, то, что выйдет прикольно. Вот и все, закончили покраску поджерика, нанесли шагрень с помощью антигравийного пистолета Body. Выглядит улетно, некое подобие алмазной крошки, то есть и не грубая, и не мелкая. Завтра она еще растянется, подтянется. Вот элементы. Машина украсилась без проемов, как вы видите. Хочу отметить один момент, то что снимайте укрывочную бумагу, пленку, скотчи буквально минуты через 10-15, иначе просто скотч будет сниматься вместе с титаном, и потом придется все мучительно долго ровно подрезать. Вот. Такая вот шагренька получилась. Подложку под титаном сделали такую, получается, полуматовую, полуглянцевую. Вот. Она не напряжная, выглядит прям как какая-то кожа черная. В общем, уже видео полностью собрано автомобиле, смотрите далее. Подготовка к нанесению аэролюкса. Кузов сполоснули, ждем, пока высохнет. Снимем колеса, будем наносить.
Трубер Пейнт. Номер один в России. Начали очередной проект мой Титан, на этот раз Паджеро Спорт. Красился в черный титан с добавлением золота перламутра. Даже сейчас, наверное, на видео видите, он чуть-чуть уходит в желтизну. И сейчас обзор сделаем, на видео вы увидите, что золото, в принципе, отчетливо видно. Из работ здесь было сделано, что аэролюкс, днище арки. Так, ну, дополнительно покрасим человеку еще комплект дисков в серебро, перламутр, тоже в титан. Сейчас тоже его покажем. Ну и шагрень, на наш взгляд, самая идеальная вообще, которая может быть в титане. Она и крепость свою сохраняет, потому что практически без разбавления красили. Ну и выглядит красиво. На солнце вообще просто бомба, он сияет весь. Сейчас вот посмотрите сами, как он выглядит. Вот данный автомобиль красился без проемов, цвет его родной был черный. Смотрите, какой ровный переход, как будто автомобиль закатан в пленку виниловую. Нигде ни капли вообще напыла. Все мы, естественно, машину моем после покраски, перед сдачей. Пылесосим, чтобы человеку было приятно садиться в салон. Второй комплект зимний, в титан тоже, серебро перламутр, вот так вот теперь будут красоваться на этом Паджерике. rpbaza.ru. Студия эксклюзивных покрытий от Ruber Paint. Stretching a wheel, I'll come driving. Fast as wheels can turn, I'll come driving.